Bună seara! Rușii au făcut pe ei la Euro 2012. Cu fotbalul nu te poți comporta astfel. Bulele de săpun se sparg. Declarația îi aparține antrenorului Daciei, Igor Dobrovolski. În schimb, Vladimir Klitschko a fost mândru de selecționata țării sale, Ucraina. Pentru prima dată, ucrainenii au ținut mâna la inimă în timpul imnului și au ridicat flagurile, a spus multiplul campion mondial la box. De partea cealaltă, Dobrovolski a comparat selecționata Rusiei din 2008 sub conducerea lui Hiding și cea din 2012 sub conducerea lui Advocat. Обосрались. Дошли до полуфинала. А сейчас обосрались. Вот и все. До полуфинала. Сейчас вообще не тебе. Разница есть. Палка тоже раз в год стреляет. Украине не повезло. Россия не играли. Россия, я считаю, заслуженная. Не вышло. Почему? Ну, потому что так относиться к футболу нельзя. Мыльные пузыри, они лопаются. Мне обидно, потому что я и россиянин. У меня российский паспорт, гражданство. Конечно, болел за них. Но было немножко стыдно. На самом деле, мыльные пузыри есть мыльные пузыри. Раздули прилично, а футбол играть хватит и заниматься. Черт знает чем. Должен быть свой специалист, который будет на самом деле переживать, делать все возможное, чтобы у них была хорошая, великолепная сборная. А получать он должен точно так же, как и вот они получали. Și campionul mondial la box Vladimir Klitschko a comentat evoluția țării sale Ucraina la Euro 2012. Украина впервые за всю историю своего существования гордилась своей командой. Гордилась. Украинцы гордились тем, что они украинцы, держали флаги украинские, держали во время гимна руку на сердце. И я не чувствовал вообще никакой разницы между Востоком и Западом. Мы были одно целое. Это было так классно ощущать. И эта сборная, которая показала прекраснейший футбол, заслужила любое уважение. Даже в той игре, когда мы проиграли против Англии, хотя я считаю, один гол все-таки был в воротах. Но не был засчитан. Это уже разговор с FIFA и с правилами. Euro 2012 continuă cu faza sferturilor de finală. Euro 2012 a ajuns la faza sferturilor de finală. Jucătorii selecționate Moldovei nu au niciun jucător preferat la campionatul european, însă unii dintre ei i-au urmărit pe colegilor de echipă. Sunt jucători normal de top, dar un jucător personal pentru mine nu. Pot apărea surprize jucători tineri sau cei mai buni jucători, desigur, vin după un campionat îndelungat și pot fi obosiți, însă să vedem ce se va întâmpla. De partea cealaltă, Bordian și Ivanov nu au nici ei jucători preferați la Euro 2012, dar aceștia i-au urmărit pe colegilor de echipă care au fost deja eliminați de la turneu. Конечно, за наших ребят, которые поехали, там Марко Девич и Саша Горяна, буду тоже за них переживать, чтобы они хорошо выступили на чемпионате Европы. Ну, буду следить за сборной России, наверное. Много одноклубников будут у меня играть, много знакомых. За Украиной буду следить. Campionatul European 2012 se va încheia la 1 iulie la Kiev, Ucraina, unde va avea loc finala. Dacia și Milsami se pregătesc pentru Liga Europa. Vulturii roșii testează mai mulți fotbaliști din Brazilia, Camerun și Spania. În schimb, lupii galbeni sunt foarte aproape de a semna cu fundașul brazilian Lucas de Lima și cu atacantul din țara Cafelei, Cairo de Andrade. Dacia este la un pas de a semna cu fundașul brazilian Lucas de Lima și cu atacantul din țara Cafelei, Cairo de Andrade. Будем разговаривать. Я думаю, что вот эти два человека, в принципе, останутся. Во-первых, неплохая скорость, хорошее открывание. Это то, что нам не хватало, в принципе, в атаке, именно открывание. Один из немногих нападающих, который даже по сегодняшнему матчу вступает в борьбу, ведет единоборство. Выиграл довольно очень много мячей и больше усиления не будет.
Будем опираться на тех людей, которые у нас есть в обойме. Фундашул Лукас де Лима are 21 de ani și a jucat 13 meciuri la Pegasus din Hong Kong. Acesta a mai evoluat la Santa Cruz în una din ligile inferioare din Brazilia. Atacantul Cairo de Andrade are 22 de ani și a jucat 8 partide și a marcat 2 goluri pentru Sertauzinho în 2012 în una din ligile inferioare din țara lui Pele. În 2011 acesta a bifat 17 partide și a înscris un gol pentru Penapolensi. Andrade a mai jucat la Atletico Sorocaba. Șimil Sami testează mai mulți fotbaliști înainte de cupele europene. Много футболистов на просмотре. С Бразилии, с Камеруна, футболисты с Испании. Ну, пока еще на сборах есть у нас неделя в Румынии. Я думаю, что там будем определяться. Тем более, что ряд игроков еще на просмотр приедет именно непосредственно на сбор уже. Мил Сами Орхей va juca 3 amicale în cantonamentul din Brașov. La 24 iunie cu Concordia, la 27 iunie cu Pandurii Târgu Jiu și la 29 iunie cu Gloria Bistrița.